Дорогие друзья, всем привет! С вами Дмитрий Шведов. И сегодня на моем канале я хочу запустить новую рубрику про города Беларуси. И первый город, про который я расскажу, это город Витебск. Город Витебск находится на северо-востоке Беларуси. Площадь города Витебска 135 квадратных километров. Витебская область граничит с Латвией, Литвой и Россией. Население города Витебска 360 тысяч человек. Вот такую красивую фоточку я вам сейчас представлю. Вот такой город Витебск. Если в Витебске протекают реки Западная Двина, Видьба и Лучоса. Вот мы сейчас видим одну из рек. Это река Западная Двина. Тут изображена осень, ну а мы идем дальше. В Витебске есть очень красивая площадь Победы. Вот какая она, площадь Победы в городе Витебске. На ней есть фонтаны. И главный центр площади Победы — мемориал 3 штыка. Он очень большой и красив. Там есть вечный огонь. Площадь Победы является самой большой площадью Победы в Беларуси. Вот такая она. Раньше вот там проходили концерты, сейчас они не проходят. Только на замечательном фестивале «Славянский базар» в Витебске. Сейчас я вам его покажу. Вот «Славянский базар» в Витебске. Он проходит ежегодно с 1992 года. Раньше он назывался «Фестиваль польской песни». Вот где он проходит — в амфитеатре. Туда приезжает много артистов. Советую обязательно съездить. Это проходит все ночью. И еще. В Витебске много красивых церквей, старинных зданий. Это вот первая часть. Про какие города вы хотите, вам, чтобы я еще рассказал? Если обязательно хотите про какой-то город, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Я вам обязательно расскажу. А вот на такой вот прекрасной ноте я закончу первую часть рубрики «Рассказ про города Беларуси». Если она вам понравится, я буду делать ее еще. Счастья вам, удачи, всем пока, приезжайте в Витебск. Ставьте лайки и подписывайтесь. Пока!